Вот так все неспокойно, неровно. Ну что, поехали. Поигрался я где-то 5-7 минут с этим местом. Вот смотрим. Вот даже здесь немножко дышит, но это всю плоскость промять. А вот здесь у нас, в этом месте, где наше повреждение, металл стоит на месте и ничего не хлюпает. Вот, еще раз повторюсь, вот рядом даже видно. Здесь все четко. Вот оно наше место, где я приборчиком занимался. Вот по центру. Здесь, конечно же, все неровно, но то, чего я добивался, то есть стянуть металл, вот он стянулся, и теперь уже можно классическим, так сказать, ремонтом все это подремонтировать неровности, то есть там, условно, грубо сказать, вмятины поднять, шишки забить, и на этом как бы все. Вот тут вопрос стоял, так сказать, показать на примере вот такого поврежденного участка, где у нас появился потянутый металл, вот, ужечь его, чтобы поверхность стала жесткой, и чтобы с ней можно было работать. То есть прибор достаточно эффективно с этим справляется, вот. Некоторые неровности при ужигании тоже ушли. То есть тут, как сейчас видно, намного меньше стало их, чуть подровнялось. Я брал прям во вмятинки, ну условно, ямки им как бы поднимал. Понятно, что тут видно вон куча еще всего того, с чем бы, допустим, при ремонте надо было все это, что надо забить, что надо поднять. Но опять же повторюсь, вопрос не об этом. Стояла цель с помощью этого прибора ужечь металл, чтобы он у нас не хлюпал, чтобы с ним можно было работать. Прибор справился на отлично. Лак остался целым, непожженным. Задача, которая стояла, была успешно решена. Потянутый металл. С ним можно вот так вот бороться. Очень часто такие моменты попадаются на разных кузовных деталях. И это большая засада, большая проблема была. Теперь благодаря этому прибору, этой технологии, можно успешно бороться и выводить детальку. Так сказать, спасать от покраски, от шпаклевки. Ну, на этом все. Маленький постскриптум. Пока конвертировал видео, решил немножко поиграться. Взять чуть пробойничек и чуть его поколотить. Этот металл. Вот что получается в итоге. Я тут, конечно, не выделывался до идеала. Это никому не надо. Но в общем и целом, вот, все получается. Конечно, чтобы работать этим прибором, это надо научиться, потратить прилично времени. Вот это предыдущие ужигания. Плавно переходим сюда. Вот, в принципе, на 3 с плюсом пойдет. Это учебно-тренировочная деталька у меня. Сейчас сниму с другого ракурса.
В принципе, все это чинится. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Опять же, тут не стояла цель все сделать до идеала, но это пример того, что с помощью такого прибора можно не только победить хлопуна, но и металл поднатянуть и потом с ним работать, что-то забить, что-то поднять. И в принципе, все это ремонтопригодно. Ну, конечно же, надо понимать, что есть всему свои, как говорится, рамки. Но я потом сниму и дальше. Просто у меня, я почему этот по скриптам снял. Вначале там я снимал, как это все я колотил металл, чтобы потянуть его, чтобы сделать хлопун. Но, к сожалению, при редактировании нажал не на ту кнопку, естественно, все это нафиг удалилось. Потом следующий прибор будем тестить. Я все то же самое, в принципе, еще раз поснимаю, чтобы это было видно, но уже на другом приборчике. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.